Задача старшего состава – выйти в финал, тем самым выполнив нормативы на первый разряд по Ушу-Сэнда. Младшая группа первый раз участвовала в соревнованиях такого уровня. Ребята смогли попробовать свои силы. Вся команда проверила уровень готовности к предстоящим серьезным соревнованиям – полуфиналу чемпионата мира, который пройдет в ближайшее время в Анапе. В первенстве выявили сильные и слабые стороны анапских спортсменов. До предстоящих соревнований участники будут готовиться выполнять работу над ошибками, чтобы достойно представить наш город и клуб. После упорной борьбы чемпионами Краснодарского края по Ушу-Сэнда стали Руслан Камалов, Руслан Модный и Олег Кашеру. Вторые места заняли Иван Чаус, Семен Чивкин, Владимир Байрачный. Бронза у Давида Тиваняна и Дмитрия Критари.